Ой. Что ты махаешься? Ага, кнопочка. Ой. Иди ты в жопу! Иди ты нахрен! Давай, давай, Жека, не психуй, не психуй, давай. Опа. Ну давай обратно, давай, давай. Давай, Жека, давай, давай. Ой! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жейком мы в очередной раз продолжаем троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам и только вам мы выпускаем эту серию. Поэтому, ребята, ставьте большущие пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серии с троллингом. Чем больше лайков прямо сейчас наберем на этой серии, тем больше серий с троллингом будет выходить в дальнейшем. Да, Женя? Да, я с тобой согласен, и в принципе я пошел для тебя что-нибудь строить. Все, давай, иди, пока, пока. Ой, пошел. Покедова. Ну, в принципе, ребята, добро пожаловать на мой троллинг. В этот раз троллинг будет таким немного коротеньким, но, мне кажется, Жека побомбит. Жека очень побомбит. В первую очередь он попадет вот в эту странную комнату, где ему просто-напросто нужно будет пройти вот эти три колонны, да? Которые, в принципе, по идее, ничего не должны делать. Но тут много всякого, много всяких ловушек. Мне кажется, сейчас будет сложно, если я буду вам все рассказывать. Но, наверное, ребята... Просто такими пару словечками, тут он не сможет пройти, потому что тут оно будет задвигаться, тут он где-то в лаву пойдет, тут он еще что-то, и потом еще что-то. Поэтому посмотрим, как Жека справится, тут у него блок появится, он не сможет пройти, тут ему нужно будет через секретный проход пройти, многое другое. Тут также лава будет, везде будет лава, короче, Жека много раз умрет. Не буду тянуть, потому что, как я понял, ребята, вы не любите, когда кто-то... много разговаривать про сам процесс постройки. Вы сразу хотите видеть сам троллинг. Поэтому, ребята, вот такая ловушка, чтобы для вас тоже был такой в дальнейшем сюрприз, чтобы вы поняли, в чем будет заключаться троллинг. Но потом у меня будет следующая комната. Вот эти все рычаги, вот эти все кнопочки, не обращайте внимания. Вот эти все кнопочки, не обращайте внимания, потому что каждый раз, когда Жека будет на что-то нажимать, его будет эпехать на самое начало. Я заставлю его с самого начала проходить весь мой троллинг. Поэтому кнопочки, рычаги и тому подобное, это всегда ТП обратно Жеку. Потом он зайдет вот в такие странные комнатки. Вот таких комнат будет две. То есть ему будет предоставлен выбор: пойти или в левую дверь, или в правую дверь. Он увидит то, что тут зомби, и он не пойдет в левую дверь, потому что зомби, который будет его бить. Он пойдет в правую дверь, я так надеюсь, потому что тут будет коридор, но он ничего не сможет сделать, потому что тут он провалится под лаву. А на самом деле ему действительно нужно было идти сюда налево, потому что зомби его даже не будет бить. Он просто пройдет сквозь вот эти невидимые блоки и попадет в следующую вот такую комнату, где, наверное, сразу же упадет в лаву, потому что тут будет очень-очень-очень много блоков, через которые он сможет проваливаться и падать вниз. Дальше, как вы видите, тут тоже есть кнопочки, на которые он будет нажимать и тпхаться обратно. Но суть в том, что тут таких дверей сейчас будет 5. И каждая дверь, ну, ничего не будет делать. Тут он, если придет к зомби, зомби убьет с одного удара. Он уже подумает: ага, раз вот тот зомби меня... Да, я сам, видите, провалюсь. Если вот этот зомби меня не убил, значит, вот этот зомби меня тоже не убьет. Но тут он его убьет с одного удара. Тут что будет? Тут еще один зомби будет, но тут будет выход. То есть, самая главная дверь будет вот тут. Тут также будут другие зомби, другие всякие способы, чтобы Жека умер. И тут зомби, и там зомби, тут еще что-то, там еще что-то. Тут, кстати, будет зомби, он может проверить то, что тут будет какой-то проход. Я, кстати, не помню, где будет вот тот проход. Вот тут, если он нажмет на кнопочку, то опять вернется обратно и многое другое. Но в конце концов он зайдет вот сюда, в эту финальную дверь, увидит тут зомби, пройдет дальше. Я ему предоставлю выбор. Жека, я ему дам один рычаг. Рычаг, вот так. Рычаг, я себе выдам карточку, чтобы сразу же открыть. А вот этот проход. Тут будет рычаг, то есть два места. Или... он сможет поставить рычаг на левое место или направо. Если он поставит вот сюда убить себя, то он тпхнется вот сюда внутрь и будет вечно гореть. Я скажу: Жека, выбирай, чем ты пожертвуешь, собой или всем миром. Если он нажмет взорвать мир и убить всех, это означает то, что я быстренько открываю эту дверь. Быстренько. Уходи! 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 Уходи отсюда! Уходи! Ты что тут подглядываешь, паскуда? Да, правильно, уходи. То я быстренько открываю вот эту дверь. И тут специально построил вот такую дорожку. Знаете зачем?
тем, то, что пока Жеки не было, Жек куда-то отходил, я заминировал всю его карту. У него под его троллингом просто сотни и сотни блоков TNT. Я надеюсь, то, что я сейчас не спалюсь и не замечу как-то вот те блоки TNT, пока буду проходить его троллинг. Надеюсь, то, что я не замечу. Он уже писюны строит из дрочуга. Мне кажется, нужно наказать вот этого из дрочугу. Если я не замечу, то его карта просто... Посмотрим, что с этого выйдет. А сейчас я вижу то, что Жеки не терпится, но уже начинает строить писюны. Поэтому давайте будем, ребята, приступать. Ну что, Эдуарду, перед Сьяну вы готовы? Ой, Жендос, я прям готов, я уже настроился. Давай, побыстрее хочу пройти. Давай. Ну, вы знаете, Женис, я не знаю, насколько мое будет испытание смешным, но оно будет душевным. Понимаешь? Прям душевным. Душой. Есть какая-то предыстория, Жека, предыстория. Предыстория? Ну, заходи, я тебе расскажу предысторию. В геймоде 1, ну ладно, давай. Геймоде 2, геймоде 2. Можно в геймоде 0? Нет, где Моди 2. Собственно, Эдисон, подожди. Только, пожалуйста, ничего не тыкай, постой на одном месте. Я знаю, что ты очень любишь рэп. Вот. Кто тебе сказал? Кто тебе сказал? Ты сказал. Ну ладно. В сегодняшней серии ты будешь становиться у нас рэп-исполнителем. И для этого тебе потребуются некоторые вещи. Я петь и читать ничего не буду, я сразу предупреждаю. Да, конечно. Собственно, Эдисон, проходи твое первое испытание, но все двери закрыты, осталась только одна, поэтому можешь сюда и заходить. Проходи, проходи. Я тут никуда не упаду, Жека. Да не, ты проходи. Собственно, вот уже сундучок, ты можешь взять вещь, которая тебе понадобится, да. Вот, иди, проходи вперед, не переживай. Жека, я упаду 100%. Вот если упаду. Ладно. Ой, кажется, тут ничего нету. Ой, еще один сундучок. Ой, я еще раз. Ой, еще один сундучок. А вот тут сундуковушка, не хочу, Жека, не хочу. Да? По-моему, тут тоже ничего нету, да? Куда я вернулся, Жека? Блин, а что там, походу, ничего нету, да? Там, походу, ничего нету, Жека. Что-то, походу, я забыл там вещи, да, поставить? Да, мне тоже так кажется, да. Так, куда мне тогда идти, Жека? Блин, даже не знаю, куда же тебе еще идти-то? Блин, все двери закрыты, да? Да, все двери закрыты. Даже говню. Как? Ты знал? Да, конечно, знал. Просто первую попавшуюся картину прыгнул и все. Микрофон. О. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Это больше на что-то другое похоже на твою штучку, дрючку. Так, ладно. В общем, у тебя есть микрофон, Эдисон. Теперь у тебя есть карточка, да? Есть карточка? Да, есть. Ты можешь... А других карточек у тебя больше нету? Одна карточка. Я проверю, потом у тебя Давиде. Собственно, Эдисон, проходи во вторую дверь. Проходи. Это точно что-то должно быть. Я знаю. Да, точно должно быть. Так, сейчас проверю. Так, тут ничего нету. Тут тоже ничего нет, ладно. Я хочу вот в это. Да, в эту нельзя. Да, поэтому иди в эту. Собственно, второе испытание. В одном из этих ящиков, точнее, может быть, даже в нескольких, ты сможешь найти карточку, которая пустит тебя на следующее испытание. Ну, вот, собственно, ищи. Я просто вангую, то, что тут ничего нету. Тут что-то явно есть, и ты должен это найти. Вот если не будет, значит, ты дурак. Хорошо? Не. А, ну, тут, значит, ничего нету. Да, конечно. Тут ничего нету. Нет, тут есть. А, тут есть, а, да. И тебе понадобится это, тебе понадобится. Так, а карточку я могу еще раз использовать? Да. Ах, ты ж говнюк. Ладно, собственно... А почему пистолет у меня? А, пистолет гангстера, понятно. Да, у тебя теперь есть все необходимые вещи, чтобы стать... Ты слишком быстро прошел на испытание, как так? Там ты должен был еще подогнать записки, которые... А, там еще и записки, какие там есть? Типа йо-йо-йо-йо-йо, есть такие? Типа тут ничего нет, это было капут. В общем, вот, собственно, ладно, Эдисон, ты уже готов стать настоящим рэпером, поэтому ты можешь заходить в дверь и проходить на рэп-испытание, так сказать. Ну, собственно, проходи. Вперед. Вот. Это у нас Versus Battle будет, вот. Твой любимый исполнитель Эминем. И я у нас сегодня буду ресторатором. Пошумим, блин! Нет, ты не ресторатор. Ладно, в любом случае. Собственно, Эминем против Эдисона ПТС. Кто же кого дернет? Первый раунд МС слева Эминем. Поехали! Собственно, вот такой у нас был первый раунд Эминем, второй раунд Эдисона ПТС. Можно быть, я сдаюсь, Эминем, ты мой бог, пожалуйста, распишись мне на титьках, Эминем, пожалуйста, я даже с ним сражаться не буду, Жек, ты что, дурак? Нет, Эдисон, ты должен зачитать что-то. Не, я сдаюсь, как бы, я сразу поражение свое признаю. Ну тогда у тебя, да, тебя здание тебя и собьет! Ой, держи!
Жека, выключи, авторские права прилетят, выключи. Плохой из тебя рэпер. Рэпим тебя дернул, Хованский тебя дернул, а сам Эдисон ничего не зачитал. Ой. Я все-таки надеялся, что ты что-нибудь... Да, что я буду читать, а? Я ухожу, уйди, Хованыч, уйди отсюда, все, пока, прощай. Там что, вот весь батроллинг, Эдисон плохой стеропер, плохой, хотя бы твои испытания проходить. Ну ладно, пошли. Ну шо, Зельдос, пошли. Я готов заходить. Включай Гимон 2. Я сюда сразу хочу пойти. Не, туда нельзя. А что ты такой понастроил? А вот, не, нельзя туда, Жека, иди сюда. Он нарушает правила, нельзя строить за этой стенкой. Все, я отказываюсь проходить. Ладно, все, не убичай. Короче, Жека, история. Нет, никакой... В общем, ребят, мы будем заканчивать этот троллинг. Я выиграл в очередной раз. До свидания. Так, стоп, подождите. Ты готов? Я готов. Жека, истории тут нету. Тебе нужно просто выжить и выбрать. Короче, у тебя будет очень сложный выбор. Ты понимаешь, у тебя скин появился. Ты прикинь? В смысле скин? Ты все время был у меня Стивом, а теперь ты стал Эдисоном. Нифига себе, как это заработал. Ладно, давай, Жека. Ладно, давай, входи. Ой. И что это мне сразу это... Шо это? Даю какую-то фигню. Что-то меня замедлили как-то. Да? Ой. Оказывается, туда не можешь пройти. Ой. В смысле? Ой, оказывается, и туда не можешь пройти. Ой. Ой. Что такое? Непонятное какое-то происходит. О, Жека, смотри. Дверь, смотри, вот там дверь. Ой. Ты уже нашел мой. Ты Жека, как ты так быстро выход нашел? Да, конечно. В смысле, конечно? Я боюсь туда заходить. А может здесь? Да, мне кажется, туда. Ага, все понятно. Ах ты паскуда. Кнопочка там же. Да ё-моё, дебила. Ой. Ой. И твои троллинги всякие. Ой. Ой, да. Как, я же перепрыгнул. Ой. Шо, это я случайно кнопочку нажал, Жека, извини. Ты офигел? Так, давай. Ой. Ай! Да ёпа, карный бабай! Я умираю, застрял в блоках! Так, а как... Подожди, а как дальше пройти? Если честно, сам уже не помню. Что-то я не понимаю. Жека, а как тебе дальше пройти, а? Да ну тебе... Ага! Жека, пожалуйста, поставь себе вот тут спаунпоинт. Да что происходит? Я ещё понять не могу, я падаю. Ты пойдись ко мне. Поспал вот тут спаунпоинт. Вот тут, да. Давай, Жека, удачи, проходи. Да ну тебя, Эдисон. Так, хорошо, я понял. Тут я уже разобрался, нужно идти сюда. Да, блин, я случайно! Ой. Давай, Жиндос, давай, проходи. О! А ёп! Я забываю, что здесь это лава! Давай. Быстренько, давай. Опа. Ой, так, ладно. Ты выжил, нифига себе. Ладно, давай, Жека, проходи дальше. Если я сейчас умру, то... Я так не играю, нет, куда я падаю? Помогите, что происходит? Да куда? Нет! Ладно, Жек, ты проходи, ты пытайся, ты... Всё, отстань от меня! Ты стараешься! Всё, отстань от меня! Нельзя ты поехать, нет! И вот отсюда, значит, ладно. Ладно. Только не упади, пожалуйста. О, молодец, так, давай, проходи. Пожалуйста, я не хочу умирать. Да ёкарный бабай, тут тоже что ли? Ну перепрыгни ты уже на другой блок, да тут твою что задница. Давай, Жек, ты справишься, ты справишься. Ты справишься. Ой, Оля, ненавижу. На другой. Да, я с лестницы упал. Так что, подожди, я собрался, я прохожу. Да. Так, здесь я падаю сюда, здесь я пролезаю, здесь я открываю, здесь я перепрыгиваю. Молодец. Тут нужно в тему начать. Только не падай. Да, молодец. Так, я вот не знаю, мне нажимать эту кнопочку? Ну попробуй, может она что-то делает. Да, она меня тоже телепортирует обратно. Может нет, не знаю, ну как хочешь. А что там такое? Ага, все-таки туда. Ай, ну как? Нет!
Ладно, ты пэгайся ко мне, ТП, все, хватит, хватит. Давай, Жека, проходи. Я перепрыгну. Ой, молодец. Так, Жека, все, подожди. Опять кнопочка, я не буду тыкать. Ну это чекпоинт, ну ладно. Ой, твою мать. Да ты дебил, зачем ты дверь закрыл? Придурок, я заходил. Ты, да, ты еще раз хочешь пройти? Иди ты в жопу. Давай, давай, Жек, давай, давай. Опа, опа, опа. Ой, ой, молодец, ой, давай, давай. Так, молодец, Жека, нажми на... Ой, там зомби, подожди. Жека, тут... Подожди, да куда ты идешь? Жека, чекпоинт, сохранись. Я не хочу ничего, это... Короче, Жека... Ты в геймоде 2 должен быть. Ой. Да, Жека, выбор. Или пойти налево. Ты, конечно, уже заспойлерил там зомби. Ты должен как бы быть, не знаю, напуган, что ли. А ты подошел, посмотрел, а, вот там, вот там. Бесит уже. Да, посмотри, ладно, иди, раз ты уже раскусил, куда идти, дебил. Ладно, пойдем зомби. Он махается, смотри, он махается. Ой-ой-ой, ну иди ты уже. Ты и так уже полчаса проходишь этот троллинг, заколебал. Затроллил. Ладно, иди к зомби. Сам таких зомби. Да. Ага, да конечно, конечно. Ну ладно, так уж и... Ой, он тебя не ударил, да? Так, Жека, подожди. Не бомби, Ваня, только не бомби. Да! В смысле? Жека, сейчас будет много сложнее. Сейчас у тебя 5 дверей будет, поэтому тебе нужно найти правильный выход. Так, тут где-то вот. Тоже зомби, и тут зомби. Хорошо. Ой. Что ты махаешься? Ага, кнопочка. Ой. Иди ты в жопу! Иди ты нахрен! Давай, Жека, не психуй, давай. Опа. Ой! Давай обратно, давай. Давай, Жека, давай. Ой! Так, что мне там осталось? Вот. Ладно, пойду сюда. Ой, какого дьявола! Давай. Ебался уже, умер. Я во все двери уже зашел. Ты еще тут не был, ты еще вроде тут не был, или не помню. Ага, сейчас обратно телепортирую, да. Ну да, чтобы кто мог подумать-то. Что-то же... Ладно, давай, Жека, давай. Чё, я не знаю, куда мне идти. Всё, я всё попробовал. Ты еще тут не был, Жек. Да конечно. Да не был ты еще тут. Только аккурат, тут зомби. Я его не пойду. Давай. Что ты тут? Махай. И самое последнее было правильно. Офигенно. Взорвать мир, убить всех, убить себя. Жека, выбирай. Выбирай. Смотри, ты убьешь себя, да? Вот ты спасешь весь мир. Или можешь ты убить весь мир, но спасти себя. Убить весь мир против себя хочу. Ты уверен? Да. Ты прям уверен? Да. Ну ладно, да. Выбирай. Что? Выбирай. Что? Выбирай. А, тут как бы карточку надо вставлять. Нет, ты выбирай, ты ставь на вот эти блоки вот сюда, или на этот, и выбирай. Нет. Что, на какие блоки? Ничего не выкупаю. Жек, ой. Ой, что происходит, Жек? Ой, побежали. Куда побежали? Жека, сирена. Что происходит? Жека, что ты наделал? Ты весь мир угрохал. В смысле, Жека, это все нормально вроде? Да ничего не нормально, Жека, ничего не нормально. Ты не слышишь? Нужно в бункер прятаться. Давай, Жека, да, в бункер. Бункер, то туда, то сюда. Куда бежать? Что происходит? Так, я не знаю, что ты сделал. Я не знаю, что ты сделал, Жека. Но у меня нихуя не работает. Ой, блин. Ну что, Жека? Попытка номер два, Жека, что ты выбираешь? У тебя есть... Я уже не знаю. У тебя есть либо передумать.
чтобы ничего не работало или чтобы я убили? Давай, чтобы ничего не работало. Ой, опять? Ты какой-то странный. Да. Ну ладно, давай, Жека, давай. У меня был рычаг, пошли, давать. Ой, ой. Дай. Ой, опять Жека побежали, мне кажется. Он наркоман, ребят, я не знаю. В смысле наркоман? Ты вообще представляешь, что ты Жека сделал только что? Ты же только что такое сделал, что я прям не могу что-то сделать, честно. Ой, слышишь? Ну. Ой. Что ты наделал, Жека? А ну ты там будешь работать, паскуда? Что я это делаю? Еще блять не могу, меня второй раз чем-то обвиняют. Технические неполадки при конце света. Простите меня, пожалуйста. Жека, ты не изменил свой выбор. Мне кажется, не нужно сюда тыкать, тут уже ничего не работает. Или все же может опять сюда. Что-то не хочу, хочу. Я сам, давай. Ой, у меня почему-то гемат. Ой. А что у меня? Лагать начало. Алло! Меня забыли, дебил! Помогите, что происходит? А, Жека, тут конец мира! Какой, что происходит? Ой, ты дебил! Ты взорвал мою карту, придурок! Хватит, я не столько хотел взрывать! Жека, прости, я не думал, что ты ж мою карту покоцал. Ты придурок! Ты взорвал мою карту! Это... Ты взорвал наш... Он взорвал всю нашу карту! Да перестроим, не беспокойся. Я думал, что там столько много TNT будет. Этот дебил все взорвал! Смотри, даже мою карту немного задел. Почему взорвать весь мир, но взорвать только мою карту? Это вообще нормально? Это вообще законно? Садитесь, месье. Стоило того. Стоило два раза лохануться, но третий раз все заработал. Жека, не переживай, мы все перестроим, все будет работать. Да, спасибо. Ну как, набомбился сегодня? Да, я сегодня изрядно набомбился, но потом посмеялся, так что нормально. Давай, заканчивай серию, заканчивай. Ребята, большое спасибо за просмотр. Ставьте большущий палец вверх на вот этот видос, если хотите больше серии с троллингом. Поэтому, Жека... Да, еще пишите, ребят, комментарии, и напишите, какой Жека дебил! Какой Жека дебил, да, всем пока. Да, свиду, да.